Вас приветствует автосалон bezova.ru. Сегодня мы с вами поговорим об автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Данный автомобиль в Россию официально не поставляется, ввезен из Казахстана, приобретен у официального дилера Toyota Center Astana. Для России очень редкий автомобиль, просто так такую машину в нашей стране не купить. Этот автомобиль 2012 года выпуска, оборудован дизельным двигателем объемом 4,5 литра с турбонаддувом. Здесь установлена механическая коробка передач, что также большая редкость для Toyota Land Cruiser 200. Поговорим об автомобиле более подробно. Данный автомобиль идеальный для людей, ведущих активный образ жизни. На этом автомобиле можно выехать и в тайгу, и пересечь реку вброд, и преодолеть достаточно серьезное бездорожье. В этом помогает ему межосевая блокировка, которая включается отдельной кнопкой. Также автомобиль оборудован блокировкой заднего моста, что на бездорожье делает ему достаточно солидное преимущество по сравнению с другими автомобилями. В случае, если возникнут какие-то проблемы, все-таки вы застряли, на помощь придет лебедка, которая может вытянуть автомобиль самостоятельно и также выдерживает нагрузку до 5 тонн. На бездорожье также автомобилю помогает достаточно зубастая резина. Автомобиль оборудован двумя запасными колесами и баком объемом 140 литров, что также достаточно удобно для путешествий. Из удобств здесь автомобиль оборудован кондиционером, аудиосистемой, подогревом лобового стекла, электрические зеркала, полный электропакет. Для облегчения запуска автомобиля в наши сибирские морозы на автомобиле там установлен автономный подогреватель топливной системы, также который включается отдельной кнопкой. Данный автомобиль относится к категории B, но несмотря на это он оборудован третьим рядом сидений, в котором при желании может поместиться до 4 человек. Также средний ряд сидений возможно сложить и получить достаточно большой багажник вместимостью, в котором при желании можно даже немножко переночевать где-нибудь на природе. Данный автомобиль идеально пойдет для любых туристических путешествий, для вылазок на природу с друзьями и семьей, а также для обычных поездок на дачу. Он находится в наличии в автосалоне bezova.ru по адресу шоссе Кондомская 6А, корпус 11. Можете приобрести его в любое время. Приезжайте, он будет вашим. Масло для этого автомобиля вы можете приобрести на сайте bezova.ru.